сторону Березняков двигался грузовой МАЗ, вез бордюрный камень. За ним автомобиль Скания, груженный бетонными блоками. У весового контроля первый снизил скорость, второй не успел притормозить, однако повреждения были не сильными. Третий участник, водитель на Джаке на большой скорости, врезался в Сканию и от удара погиб на месте ДТП. Тормозного пути не было, все произошло мгновенно. Известно, что Джак новый куплен буквально 4 месяца назад. Напомним, это уже второе подобное ДТП на весовом контроле.